существуют ногтями Кимары. Я время от времени вспоминаю вот эту вот шутку про киборгов, пидоргов. А вот смотри, вот это я говорю, что стоит поговорить там с одним, с двумя человеками, и уже приблизительно понимаешь вывод о том, что представляет себя группа, вся остальная окружающая серая масса. Потому что киборги, пидорги заполонили всю планету. 100%. Я с тобой согласна. Но у нас нет выбора, нам надо жить. И надо жить для того, чтобы хотя бы хоть что-то изменить в этом. То есть, если мы закроемся, будем сидеть и себе ковыряться все время, не выходя и не помогать чистить эту землю, мы же не сможем. Ну, в чем наша миссия заключается в жизни нашей? В том, что родиться, закрыться в комнате, отсидеться. А в чем? А думать не хочется или что? Ярослав, ну согласись, пожалуйста, ты не умный, ты не грамотный. Я даже такого слова не могу придумать, как тебе это, чтобы подошло. Потому что тут очень мало сказано, сказать, что ты там умный, начитанный, грамотный. Ты не просто читаешь, ты делаешь выводы. Ты не просто смотришь передачу, ты делаешь выводы. Представляешь, какой у тебя компьютер, тебе вот этого не надо. Сколько ты можешь сделать в мире? Ты Богу помочь вообще работать над вот этими киборгами. Представляешь? Тебе дано сколько всего мышления. Я такая, там вот нас три человека, да, ты увидел? Три человека, реально. Я не знаю, я не скажу, там я лучше, хуже. Ну вот я такая, какая есть. Я себя довольно-таки вот недавно начала воспринимать. Так вот, ну я себя не люблю, ненавижу, терпеть не могу, вообще не люблю фотографироваться. Это для меня вообще ужасно. Но я просто начала себя воспринимать. И я знаю, что я какую-то миссию должна в жизни нести, какую-то миссию, зачем это родилась, что должна делать. Мне очень тяжело, очень нелегко. Я знаю, о чем ты сейчас говоришь. И я однозначно много людей, которые. Ты знаешь, о чем ты говоришь? А ну-ка. Нет, я не знаю, о чем я говорю. Может, я не на 100% могу знать. Я знаю, что я по отношению к себе. Я даже не на 100% знаю, о чем я там. Потому что я все время борюсь с собой. Я не перестала бороться с людьми. Я кого-то воспринимаю. Есть категория людей, вот я говорила, которых я люблю. Я честно. Я вот тебя не знаю, да, вот я только тебя видела, я тебе, правда, реально, моя душа как бы к тебе расположена, классно. У меня есть люди, которых я просто воспринимаю. Ну, человек. Зачем спорить с человеком, который не понимает, о чем я вообще говорю, вообще, знаешь, вот киборги. Зачем распыляться на них?
Ну вот он голубой, там пидор, ну пидор будет. Ну это его, да, это его миссия. Или моя миссия. Моя миссия, да, это как бы моя миссия. Я даже, может, и не знаю, какая моя миссия. Я так иду по жизни, да, каким-то путем. О, вот где твоя миссия. Где? Вот там. Вот там, где на лошадях? Нет, вот там, где Ян. И что? А, это ты уже точно знаешь? Да. Ну, скажи свое. Я знаю, что ты меня сейчас знаешь, ты меня сейчас видишь, фу, ты меня видишь так, как я себя не вижу вообще, даже не знаю, как я. Я знаю, что у меня уже как бы намного больше просматриваешь, чем я себя знаю за все свои 40 лет. Ну, 39, ну 40, я немного добавлю. Да, это правда. Так я это знаю, я не то, что это чувствую. У меня просто, я не мозгами, я душой воспринимаю человека. У меня вот здесь вот просто к тебе тепло, добро, любовь, честно, чисто по-человечески. Я, мне даже не хотелось, чтобы ты долго там сидишь, папа нервничает, и такое, знаешь, как да. С одной стороны, знаешь, немножко так жалко тебя, потому что приходится отгавкиваться, да? А с другой стороны, жалко и толпу. Потому что каждый как-то реагирует. Ну, в общем, да, и не я. Скажи мне, ты много сейчас знаешь обо мне. Мне тоже нелегко. Мне приходится выходить в люди. Тебе не всегда хочется видеть тех, кого ты хочешь видеть. Тяжело общаться, очень тяжело общаться. Мне тяжело переступить через свое, не могу. Я не могу людям навязывать. А ну-ка, сколько там памяти? Нормально. Отключай, зачем ты? А зачем ты вот сейчас снимаешь? Мне нужны видео свидетельства на тему того, что кругом одни киборги, киборги. Ну. Живых людей. Ну подожди, дорогой. И разных людей. Я кто, пидорг или киборг? В твоем лице кто? Не это. А о том, что окружающее общество преимущественно однородно. Я хочу это догадать, вот это при помощи своих знаний модели. Подожди. Окружающий народ находится в неведении, хотя знает эту науку, которой я занимаюсь. Я занимаюсь социологией. Хорошо, ты вот здесь. Существующая версия, ее официальная версия, является полным абсурдом по отношению к объективной реальности. Я хочу доказать обратное. Я хочу доказать принципиально иную точку зрения. Что представляет собой объективная реальность. И только лишь тогда, когда социолог, и только лишь тогда, когда я докажу, социолог станет объективной наукой. Сейчас она не наука, сейчас она типа какая-то правдоподобная идея, рассказная, черепа. Но я хочу сделать иное. Я с тобой полностью согласна. 100%. Правда. Я не то, что в тебя верю. Я реально вижу человека, который занят делом, правда. Но ты меня просто послушай, как ты можешь что-то доказать, не просто кому-то, самому себе, не видя людей и не делать никакие выводы. Ну, ты же мало общаешься с людьми, хотя ты их знаешь лучше, чем они себя сами. Мы сейчас с тобой сидим, ты меня, может быть, лучше сейчас понимаешь и знаешь, чем я сама себя. Ты понимаешь, о чем я говорю? Потому что я лучше. Можешь знаю. Меня воспринимать, как бы мою реальность, чем я, как бы в себе копаться тяжелее, чем видеть со стороны человека. Ты согласен? Не знаю. Не знаешь, потому что ты очень умный и грамотный. А я вот киборг. Нет, не потому что я очень умный и грамотный. Я хочу измениться, помоги мне. Конкретный. Помоги мне. Я хочу измениться, я реально хочу измениться. Я не в том, вот люди, знаешь, говорят, задай желание, я хочу быть богатой, хочу быть. Я пока кажется, здесь ты понял, не изменишься. Помоги мне продвинуть мою науку в том формате, в котором я ее хочу. Я не могу продвинуть свою науку. Я не знаю, чего вообще, как я, куда, как, что. Ну, к примеру, у нас же так много таких людей, к
которые чего-то хотят и не могут понять, к примеру, чего они хотят, с чего начать, чем закончить, как ты научный работник, правильно? Ты занимаешься наукой. Так, наберем номер. Зачем мы наберем номер? Мы вдвоем общаемся, я же не зову никого в помощь. Мы с тобой общаемся, кого ты хочешь набрать? Представителя бета-квадры. Зачем? А ты знаешь вообще, что такое представитель бета-квадры? Я просто с тобой общаюсь. Из-за того, что ты не знаешь, что такое представитель бета-квадры, вот ты не знаешь зачем. Алло, мама, мне нужен... мама есть? Срочно, мама. Я мама помогаю? Ну, поэтому мама тоже так говорит? Немедленно. Помощь. Алло, тут мне нужен представитель бета-квадры. У нас объявилась одна Есенина. Ей нужно кое в чем помочь. Говори все, что ты думаешь. А я не знаю, о чем говорить. Здравствуйте. Ну, я сейчас не могу так конкретно определиться, в чем мне нужна помощь. Я просто буквально несколько минут назад познакомилась с Ярославом, мы с ним разговорились. Ну, и я как бы нормально с ним общаюсь, я так думаю, что нормально общаюсь, его воспринимаю. Ну, и он решил, что мне нужна помощь. Может быть, мне и нужна помощь, но я как бы и не знаю конкретно, в чем. Да, муж, да, у меня есть муж, да. Ну, я не знаю, возможно, какой-то не хватает. Я кем работаю? Я уборщица в школе. Угу. Да, они раскрытые. Я еще плюс парикмахер по своим. Да, возможно, да. Но этому надо по-новому обучаться, это надо вникать и... Вот, и мне это очень трудно дается. Пожалуйста, не беспокоить. Любимый.